Всем привет! Я уже режу травку для курочек. Они хотят, ждут травку. Дотя мне морально помогает. Мы уже, как вы видите, на даче. Вчера приехали. А что им нельзя целую траву? Ну, как бабушка говорит, они давятся, и ну, да, целая застряет им в горле. Боже, вот это что еще? Ну да. Ну ладно, нам не трудно. Можем и так порезать. И сяк. Ля! Капец. Что? Пропускаешь. Да ладно. Да. Ничего страшного. Пусть давится. Подавится. Пусть всё. Давится. А, пусть давится. Капец, тут страшно. Чего? Вдруг будет какая-то змея ползти. Ну, кстати, да, у нас тут ползают и змеи, и ужи. Даже если ужик будет, все равно я испугаюсь и больше никогда сюда не приду. Роман Александрович наш катается на качели. Да? Да. Вот это он молодец какой. Он по телефону. Вспомнил, что такое качеля. Угу. За все лето. Не, не за все, за поллета. Капец, поллета. А я еще на ставок не ходила. Мы тоже еще не ходили. Угу. Я вообще в шоке. Хотя раньше только тепло начинается, сразу да, устал. И сразу все этот вообще. Все, уже не катается. Может, будет папа в отпуску. И пойдем на ставочек. В какой-то жаркий день сходим, покупаемся. А там, конечно, не будем загадывать, как получится. Я не знаю, мне как-то и не тянет даже купаться еще. Не, я хочу давно уже на ставок пойти. Я как-то еще не хочу. Хочется на море поехать. О, это понятно. Ну, у нас море забрали. Угу. Единственное. Ой, да. Может, хватит им? Да хватит уже. У нас уже, кстати, и малина поспела. Дети только что ходили кушать. Ой. Боже, упади. А я могу. Малинка, уже объели? Уже объели тут. И там чуть-чуть тоже объели. О, Роман уже убежал. Ага. Кстати, у нас с утра было холодно. Вообще дубарьба, у меня аж ноги замерзли. У меня и сейчас прохладные. Ну потому что у нас синячки были. Сейчас на солнышке нормально так. Ну да. Тепленько. Так, я уже начистила картошку. На ужин будет, да и на завтра тоже. Викуся лежит, отдыхает после тяжелого дня. Да. Сейчас уже... Сколько? 20 минут третьего. Вот. Пойду-ка сейчас выкину курочкам шкарлупки от картошки. Вот. Сейчас приберутся тут после себя. Понесем курочкам кушать. Посмотрим, как они будут есть или нет. Сейчас несу вам, несу. Сейчас. Сейчас зайдем. Ну, ну, куда, куда? Куда? А ну назад. Назад возвращаемся. Так. Сейчас буду кидать. Ну куда ты? Цыпа, 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 цыпа. Давай, заходи. Так.
Что-то едят. Что-то новенькое им будет. Так, ну что, ешьте на здоровье. Глянем сейчас. Яичка нету, а в том есть одно. Ура! Боже! Есть яичко. И это уже 8-е за сегодня. Это хорошо. Молодцы, старайтесь так и дальше. Ромчик уже убежал до бабушки. Оксаны до другой. Он то там ночует, то здесь ночует. Ну, когда захотел, куда захотел, туда и пошел. Вот, сейчас он с другом пойдет на ставок покупаться. Ну, говорю ему, что сегодня прохладно. Ну, не слушается, не знаю. Вот я хочу пойти и все. Ну, иди, говорю. Ладно. Мы с Викуськой опять вдвоем. Мама на работе, Саша на работе. Ну, скоро уже, через часик уже придет и мама. А там уже через часик еще приедет и Саша с работы. Вот, сегодня спрошу, как он там доехал. Объезжали ли опять? Непонятно, что с мостом, короче. Заезжают на мост или нет? Ну, поспрашиваю у него. Вот. Так что вот так вот. Поставила ж кушать, варить. И не знаю, чем еще заняться. Вроде пока нечем. Ну, сейчас посмотрю. Может, позаметаю вон. Нападала цветочков. Позаметать надо. Тут что-то Оскар от бутылок. Фантики валяются. Ну вот. Пока месть так. У нас день проходит. Вечером не знаю. Может, что-то и будем делать. Так, Викуся собирается уже гулять. С компанией, да, сегодня идете? Что вы там будете делать? Ничего, сидеть, общаться, музыку слушать. И все. Общаться в телефонах, как сейчас мы молодежь. Мы никогда в телефоне не сидим, не надо тут. Да ладно. Вообще-то мы в телефоне не сидим, когда мы гуляем. Максимум музыку включаем. Так, мою комнату не трогать. Да никто же её не трогает. Ой, я прихожу, у меня вечно там... Как будто я клининговую компанию вызывала, честное слово. Вот оно мне надо. Вот так хорошо, когда ты уходишь. Ой, так хорошо. Ну да, я так и думала. Мама. А что ты обувать будешь? Не знаю. Ну всё, смотри, ты сейчас будешь... Ладно, ладно. Так, я и шла за моющим вообще. Ну вот так вот, то не смотри, то не подглядывай, то еще что-то, то в комнату не входи мою. Ничего там не делай, ничего не трогай, я все запомнила, все как лежит. Ой, да, дети выросли, конечно. Ну, первый ребенок вырос, второй еще что-то можно с ним как-то пообщаться, как-то что-то еще ему свое навязать, а тут уже все. Ой, так что так вот. Так, ну, Саша у мамы своей до мамы пошел. Мама моя тоже ушла к подружкам, общается там. Ну, а я, короче, одна осталась, вот. Так что вот так вот. Все, всем пока-пока.